Всем привет, на связи с вами Николай Лобанов, и я решил сделать видеоинструкцию, быструю такую, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Сейчас у нас сегодня буквально в кабинете появилась страничка, которая позволяет приглашать людей на вебинары по своей партнерской ссылке. Где ее найти? Вот здесь, в левой части вашего аккаунта «Карадебарс Автомати», кликайте по вот этой кнопке «Ссылки». Кликнули, и открываются две ссылки. Верхняя на страницу, которая у нас с вами уже есть, а вот эта нижняя на страницу новую, где как раз и есть приглашение на вебинар. Давайте посмотрим. Кликаем на нее. Вот она загрузилась. Вот видно автомобиль. Сейчас сделаю поменьше. Вот красивая такая красочная страничка, где есть, во-первых, счетчик. Написано, сколько часов осталось до презентации. Вот через час и 16 минут начнется презентация в 17:00. Потом такой же счетчик будет на 19, и здесь кнопка есть «Зайди в конференц-комнату». И когда человек кликает по ней, он попадает в конференц-комнату. Если он сейчас не может прийти, он может оставить свои данные вот здесь, свое имя, свой электронный адрес, получить доступ. Здесь написано «Каждый участник вебинара имеет шанс выиграть слиток чистого золота», что очень немаловажно. Давайте кликнем вот сюда и посмотрим, как выглядит ссылка. Я уже об этом вам говорил, но вот смотрите здесь более конкретно. inweb24.com, дальше вопросительный знак U и так далее, потом REF, равно, и ваша реферальная ссылка обязательно с точкой в конце. Помните, я говорил, точка в конце. Вам, в принципе, можно это не запоминать. Вы можете использовать эту ссылку. Я сейчас не буду рассказывать о том, как. Ваша задача просто использовать эту страничку. Берете ее в своем кабинете. Ссылка вот, кликнули правой кнопкой, копировать ссылку, и уже можете ее вставлять и приглашать людей на вебинары через социальные сети, Facebook, ВКонтакте и так далее. Все, действуйте, работайте, приглашайте на вебинары. С понедельника каждый из вас должен приглашать на вебинары только по своей партнерской ссылке. И тогда любой новичок, пришедший на вебинар, кликнув по всплывающей кнопке «Бесплатно зарегистрироваться», попадает в вашу первую линию в Karatbars Automatic. Это очень важно и очень просто. Но еще одно замечание. Вот здесь в Skype есть ссылка тоже на комнату. Вот смотрите, вот эта ссылка, которая в чатах. Karatbars Automatic Webinars.com. Вот ее людям не давайте. Это ссылка только для вас, для уже партнеров. Потому что эта ссылка не даст человеку возможность зарегистрироваться. Он вообще не сможет, скорее всего, увидеть даже эту кнопку, если кликнет по этой ссылке. Поэтому ваша задача давать только вот эту ссылку на комнату. И она выглядит вот таким образом. karatbarsautomatic.com, page, дальше ваш логин, Luxury Car, то есть люксовый автомобиль. Вот эта ссылка с вашей, вот здесь, с вашим логином, вот эта рабочая ссылка именно для вас. На этом все. Делайте, выполняйте, и у вас команда будет расти как на дрожжах. Всем пока.